Всем привет! Вы на канале Ростиксона. В этом ролике вы узнаете про токен Shields и его особенностях. Этот ролик выпускается при поддержке одного из ведущих криптовалютных бирж Gate.io. В этой бирже вы можете торговать множеством криптовалют, которые нет в других платформах. Как покупать монеты в этой бирже, чуть позже вам расскажу. Так что смотрите видео до конца. Shields – криптовалюта, направленная на развитие спортивно-развлекательной экосистемы на блокчейне. С помощью Shields спортивные и киберспортивные команды могут продавать собственные фан-токены, которые в дальнейшем используются как обменный инструмент в рамках сообщества. Криптовалюта Shields система Socios.com дает возможность любителям спорта и киберспорта принимать участие в управлении любимыми командами, играми и лигами и событиями. В 2021 году спортивный и киберспортивный ландшафт делал упор на повышение активность аудитории и ее монетизацию, а не просто количество. Универсальный движок, который предоставляет платформа Socios.com, способен дать болельщикам право голоса для руководства действиями команды. В свою очередь, команды, а также организации лиг и событий смогут эффективно монетизировать спрос болельщиков на это право голоса. Видение Shields состоит в том, чтобы превратить миллиарды поклонников спорта и киберспорта из простых зрителей во влиятельных лиц, принимающих решения. Наиболее эффективными инструментами для достижения этой цели выглядят криптовалюты и блокчейн-платформы. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей. Но KYC не обязательно. Socios.com, платформа, работающая на токене Shields, это командная система управления толпой, которая позволяет болельщикам принимать активное участие в управлении различными событиями. Это возможно благодаря применению масштабируемой блокчейн-инфраструктуры, покупке фан-токенов, а воплощается в жизнь путем развертывания токенизированных прав голоса. Исполнение осуществляется с помощью смарт-контрактов на платформе Socios.com. CHZ – собственная криптовалюта платформы, которая используется в рамках проекта Socios.com для покупки фан-токенов поклонниками той или иной команды. Купленные фанатские токены позволяют пользователям влиять на команды с помощью голосования, а также получать награды за вовлеченность. Когда фанаты подключаются к Socios.com, приобретая токены CHZ и затем используя их для реализации своих прав голоса, они становятся частью механизма принятия решений для любой организации, которую хотят поддержать. Когда новая команда, организация присоединяется к Socios.com, она представляет определенное количество фан-токенов, которые фанаты могут покупать по фиксированной цене в порядке живой очереди, используя в качестве оплаты токен CHZ. После того, как фан-токены окажутся в руках пользователей, они могут использоваться здесь же на Socios.com или выводятся на общий рынок. Начальная фиксированная цена нужна только для того, чтобы все начальные пользователи были в равных условиях. Кроме того, существует ограничение количества монет, которую может купить отдельный человек, чтобы не возникло никакое монополия управления командой или киберкомандой. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.